Друзья, добрый день. Меня зовут Павел, на канале Boston Technic. Сегодня у нас на обзоре, а также на реализации комбайн Россельмаш Вектор 410 2014 года выпуска. В принципе, в хорошем, даже в отличном техническом состоянии. Вложений не требует. Готов к работе. Он шильдик 2014 год, в принципе, в хорошем состоянии. Резина, остаток тут еще приличный, процентов 70-80. По переднему левому колесу порезов нет боковых, единственные какие-то такие моменты, думаю, на скорость не влияет, на работу не влияет. Так, приемный битер, видно, износа как такового нет, все в принципе в хорошем состоянии, комбайн работал, проявил себя хорошо. Так, под кабиной все видно как с завода, немного запыленное только и все. Вот. Сварочных каких-то работ практических я не заметил. Все по заводу. Гидроцилиндры сухие. По гидравлике тот гидроцилиндр сухой. Даже запотеваний никаких нет. Вот. Остекление кабины целое. Освещение. Все присутствует. Боковые щитки в идеальном состоянии, не выгоревшие, ничего, не мятые, не вареные, не горевшие. Заметно, что комбайн в порядке. Так, переднее правое колесо также с отличным остатком протектора. Порезов больше нет. Диски идеальные. Все ремни, все звезды, все цепи, все на месте. Можете видеть, можно в принципе так подмазал, проверил и в работу. Сзади покажу, естественно, комплексную подготовку перед работой необходимо выполнить. Но это будет, так скажем, все расходно. Правое заднее колесо, остаток протектора отлично еще. Единственное, трещины на бортах, вот такие, резина рассала. Вот, в принципе, не знаю, баллон, мне кажется, должен еще отработать какое-то время. Так, сзади двигатель EMZ. Все, там, в принципе, поднимусь, но там все отлично. Решета соломотрясы. Также то есть комбайн чистый, рулевое управление, гидроцилиндры сухие, все, измельчитель. Вот. Такой износ ножей тоже, в принципе, чисто. В общем, хороший комбайн для работы. Кому необходимо, звоните, пишите, обращайтесь. Вот видите, гидроцилиндры сухие, все ремни, вся гидравлика сухо, чисто. В общем, все готово к работе. Правое колесо, левое колесо, вернее, заднее. Также еще с отличным остатком, без порезов никаких боковых нет, все в идеале. В комплекте с комбайном идет жатка 6-метровая, вот она, также в хорошем состоянии, если что, под дождем стояла. Вот. Специально пальцы дополнительные, подъемные.
новое. Не хватало, летало 13-го года. Такой прекрасный комбайн. Соответствовало оружие. Просматривать интересные объявления и приобретать. Также вам напоминаю, что в компании Boston Technic вы можете приобрести технику как за наличные средства, безнал, так же и в кредит. В общем, звоните, обращайтесь, всегда поможем. Всем спасибо, всего доброго, до свидания.